школа новых магчымасцяў для дзяцей вайны. У Гомелі прайшоў адукацыйны семінар па фінансавай пісьменнасці для пажылых людзей. Яго арганізавалі абласны палац творчасці дзяцей і моладзі і дырэкцыя аднаго з банкаў. Удзельнікі семінара былыя непаўналетнія вязні канцлагераў і жыхары рэгіёна, якія нарадзіліся да 9 мая 1945 года. Іх чакалі два ўрокі, перапынак і практычны занятак. Пажылым людзям расказалі пра залатыя правілы зберажэнняў, показали, як працаваць з інфакіёскам і аплачваць камунальныя плацяжы з іх дапамогай. Кожнаму прэзентавалі дапаможнік пра тое, як завесці пенсійную картку. Падобны семінар – гэта не толькі навучанне пажылых людзей, але і дэманстрацыя сацыяльнай адказнасці бізнесу па вырашэнні праблем розных сацыяльных груп. Во все времена в нашем обществе актуальна вот праблема этого межпакаленческого диалога, недостатка или отставания людей, более взрослых, более пожилых, в получении актуальных современных знаний. И вот одна из тем, это финансовая грамотность, это одна из тем, которая достаточно востребована среди целевой группы, пользование мобильными сервисами, пользование интернет-банком, инфокиосками. Эта тема очень актуальна. Безусловно, мы очень большое внимание уделяем гражданам категории пенсионного возраста, потому что это граждане, которые имеют меньше навыки в сфере IT-технологий. И наши сервисы ежегодно, они совершенствуются и упрощаются интерфейсы для того, чтобы можно было удобно пользоваться нашими услугами. И, безусловно, наши специалисты сегодня работают не только на площадке банка. Мы проводим выездные обучающие мероприятия. Это и социальные учреждения, это и школы, и детские сады. Одним из элементов сустречи так само стала совместная работа с волонтерами проекта «Живая совесть поколений» в рамках гуманитарной программы «Место сустречи. Диалог».